Так, ну, в принципе, мне кажется, тиммейт CFO достаточно стареет. Тут, я думаю, человек будет домами заниматься, здесь ребята тоже. Ну, чем, наверное, в кове пойдет, посмотрим. Вижу желтый, вижу синий, вижу красный, вижу пушку. Наверное, за пистолетом пока. Непонятно, какая будет ситуация. Еще хилка. Так, ну пушку надо менять. Что, шутка? Ладно, там кто-то другой до этого играл. Гекс уже был заполненный. Я надеюсь, его сконтролят. Какую-то бомбу взорвали. Армор, отлично. Хайвалуич, кстати, у меня, это его дружбан. О-о-о! Ну, за мной чисто бы бежать, за мной это было бы безумие какое-то, мне кажется. Понятно. Слава богу, есть второй шанс. Тиммейт бегает там. Отличное оружие. Вообще хайвалуйского я бы, конечно, бы хотел поднапрячь бы, но тиммейт непонятно. Тиммейт, по-моему, в мясе. Здесь уже все, да? Пока посижу. Пока посижу, мне кажется, тиммейт захочет умереть. Да. Все, ты наигрался? Во, я смотрю, иконка пропала, и все, и таймера нет, ничего вообще нету. Дэмэдж уже получает или что? А, или, наверное, с парашюта. Сейчас что-то пацаны полюбили с парашюта спрыгивать сразу, без причины. Вообще, под резоной бы, конечно, получше было бы находиться. Мобилку я беру. Раньше надо мобилкой было заниматься. Валуйский ко мне двигается. Ты отъехал. Пожалуйста. Почему вы все время в мясо тэпаетесь? Есть какое-то этому объяснение? Пробую по красноте пробежать. Увидел, увидел возле дома. Увидел возле дома. Я не буду воевать, тиммейт голый. Его знает, что может произойти. Я спокойно просто разойдусь лучше.
Щит можно подобрать. Зевс можно подобрать. Пистолет можно обновить. Щит, наверное, уже оставлю себе. Хилочку я бы себе приобрел. Что-то такое. Это бревно, мне что-то казалось, патроны. Интересно, так нога была. Лежала. Стояла. Согнута была. Так. Ну, что бы здесь не было, ну, это мой план Б будет. Такой себе план Б в виде новый. Девайс есть. Есть к нему патроны. Жду девайс. Тиммейт надо, чтобы срочно ко мне перебежал. Зашел ко мне в гекс, и я бы понял вообще, мы здесь воюем с кем-то или нет. Будем мы с кем-то воевать или нет. Вроде нет, но под скаут я стою. Я пока ему не буду сбрасывать девайс, а то он патрону сейчас зарядит по 90. Я могу сконтролить ситуацию, этим займусь. Забрал по 90, забрал. Окей, двигаюсь в сейфовую зону. Понял, где последний гекс. Двигаюсь в этот дом. Патронов-то у меня маловато на самом деле. Девайс ты не забрал. Надеюсь, все, хватит мозгов не пиздить это у меня. Уёбок, что ли? Are you fucking idiot? What? It's not for you. Three enemies remaining. Кусок мрази, блядь, ебучий. Кусок ёбаной мрази, блядь. Я ему отдал почти заряженный по 90. Почему он спиздил у меня патроны, блядь?
Что вам еще надо, ненасытные блядские свиньи, блядь? Изо всех сил старающие меня, блядь, на дно затянуть. 1-1. Не знаю, просто сверху с глоком выйти и победить теперь. Пока дебил, блядь, ебаный. Я могу постараться убить этого пацана в ухо. Ну, посмотрим, что происходит. Конченый ублюдок просто спиздил у меня патроны, блядь. Возле него только я стою. Он не может ни у какого врага их потенциально забрать. Просто всегда против меня, блядь, играют эти долбоебы. Всегда все мне испоганят, все мне испортят, блядь. Возле меня станет и круги будет здесь наворачивать, блядь. Так, окей, поехали, там два ютубера по информации играют матч, посмотрим, что будет. Пока чатился, не успел выбрать позицию, ничего вообще не вижу. Можно сказать, дали фору. Окей, посмотрим, что будет. Пока ничего. Ну, хаешкой можно платку вскрыть. Смысла пока нет. Так, сразу, наверное, за девайсом побегу. Гаечку можно взять. Хорошая пушка. Патроны к ней. Но нужно бежать вперед, искать армор. Just behind you, bro. They're coming for you. Okay, I'm running back. Out of the house. Не успели немножко. Но я захейлил, блядь. Это у меня были все инструменты, чтобы его убить. Пойду армор дальше искать. Блять, что я купил? Oh, I'm dead. No, I don't have it. I don't have armor still. I can't fight. Не, ну то есть стреляться-то можно, но если ты получаешь башню, у тебя аим-панч сразу. Я не знаю здесь дроп-спотов. Блядь, да где армор-то, ёбаный рот? Так, может, я не один в Виксе. Thank you.
You're behind white wall. I know. Two guys. Ох, хилы пригодился. One ding. Watch me. I got the guy with armor and weapon. Okay. I'm dead. I'm out of bullet. That's bad. Ну пиздец, теперь у меня нихуя нет. Пойду попробую сходить за пистолетом на башню. Ясно. Блять, нихуя теперь нету. Поверил, называется, в себе. Пойду в доки, не знаю. Вот обидчика моего убили. Так, где у тебя? А, ну дробовик. Ну нормально, мы отошли, мы пересидим сейчас эту жару. Моя задача найти армор. Вряд ли он здесь будет, судя по всему. Let's drop for it. Ладно, хуй с этим юспом. AK. Я камен. Лол, я скинул джампер и хуйню. Не, блять, теперь вспомнить бы. There's bullets, take them all. Вспомнить бы теперь, блять. Куда я это все дропнул? One guy behind you is getting the drop. New, this is new guy. Yeah, he gonna get the drop. Yeah, and there's bullets there. Блять, он сломал девайс, хуй знает где он. Of course he gives me headshot. Of course, of course. He has nothing. Nice. You can take this weapon. I don't know where it is, but red zone is coming. Yeah, let's kill this guy. He killed me. He's there. Is he inside? Ah. I'm dead! Can't help you, I have nothing, bro. Да в пизду, блять! В пизду! Какой нахуй кого-то убивать, блять! Какой нахуй кого-то убивать, блять! Какой нахуй кого-то убивать, блять! Нихуя у тебя нету, блять!
What can I do? The guy who killed me was scouted, so you can try to get my weapon. I had armor and weapon and stuff. Но я вижу, он в последнем гексе в этом ебаном доме. Блять, мне бы здесь мой дроп найти. Я вот где-то здесь поменял планшет. Не помню где. Close to is a guy who kills me. Close to, on the right side. I can bait him. I'm waiting for my stuff. Hope I'm not gonna die. Okay. They checking me, checking me. He's there. Red house? Well, yeah. I bait him. Dude. Ah, nice bro, nice. Last guy. I have fucking shotgun. There is a weapon, but I can give you normal weapon. No, it's good. I have a bad drone. Take the loot, bro. I got everything. He's moving. Yeah, he's there. Landmine, watch out, landmine. He's above you. I failed so much with my aim, still proceed to win the duel. What the fuck? Missed every my first shot. He was aimless, bro. I give you 3 commandments. Чего? Ничего не понимаете. I'm dead. Нормально, хил он мне вернул, армор он мне подогнал. Это тот размен, который меня устраивает. Проблема здесь была у чела одна, он начал со мной стреляться, когда он не мог меня гарантированно убить. Так, здесь дробовик был. То есть зря бы я сюда, наверное, шел за ним. Не знаю, очень мне не понравилось. Я добавляю чела не для того, чтобы, блять, бегать там, в какую-то хуйню делать вместе с ним, а для того, чтобы побеждать. Все остальное мне не важно, но я хочу победить. Что-то какие-то спайки ебанутые. Что за хуйня, блядь?
Are you safe? Да, я. Нормально тут пацаны все девайсики подносят. Ну, на 2 хила вышел, на все вышел. Пистолетик получше, деньги собирал. Все, в принципе, хорошо, можно даже было бы повоевать за девайс. Сейчас я больше никуда воевать не пойду, это очень небезопасно. Что за, блядь, говно? Ну пока непонятно, где все закончится. Ты чё, хп проебал? Проебал всю хп, блядь, каким-то хуем. Я думаю, он умрет. Я думаю, он не один в гексе. Да, понял, где последний. Понял, где последний. Это вот этот вот отдельно стоящий дом. I'm super safe. I'm in the last area. You can pick armor, weapons, the has everything. I wipe my mobility. Yeah. Okay. Деньги позабрать. Е, у них и фиолетовый было, все на свете. М-ка есть нормально. У меня хорошая пушка. One guy inside house. Dead. Пиздец, я проспал. О, кто-то еще тэпается с вертолета, охуеть. Вот это удача. One guy in the same triangle with me. I don't know where he is. Дрона рядом никакого, блять, нет. Но в окно здесь будет лезть стопудово. Если это мой треугольник, он или в дверь зайдет, или вот здесь в окно зайдет, все.
Two guys on the first floor. Dead. One more on the first floor. Four enemies remaining. Dead. One more. Three enemies remaining. One more first floor. Dead. Two enemies remaining. They far away from us. I have yellow upgrade. One guy on the bottom of the map and somewhere to the right of us. They in the separate areas. We're alone here. One guy there. And one inside the house. Some good weapon, careful. Behind small house, both of them. Both good weapons. Изи, я 10 раз обосрался, блять. Как он такой, я не знаю, я всю инфу ему дал. Всю инфу ему дал. Залезь в окно куда-то, просто жди, отстреливайся оттуда. Чел зря, конечно, сюда пошел, очень было открыто. Слава богу, через деревяшку дымыш нормально проходит. Да, я ему по башке успел давать. Тяжело, тяжело. Так, на верхний правый угол сейфово. Ну, просто тоже, в принципе, неплохая позиция, только лутать ее долго. Лутать ее долго. Прыгать сверху, видеть весь лут, быстро разлутаться тоже важно. Озеро мне нравится, но я что-то на озере в последнее время с рандомами прям стал в какой-то переплет попадать. А с рандомами этого делать не хочу. Так, есть девайс. Деньги, наверное, потом. Врагов я что-то не начекал. Но у меня никого вроде не было. Так, срочно чем-то скрыть крабоксы. Еще патроны будут, да. Ожидаемо. 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 Я что-то вначале еще первое сообщение прочитал, думал, 2500 друзей может быть во френдах, что-то прифигел. Но я думаю, во френдах максимум 300-500 человек. ГБМ, я думаю, разрешил. Блять, ну, 3 дробовика, это прям победа. 3 дробовика, это прям победа. Об арморе даже речь не заходит. Ну вот и армор. Наплакал на армор. Так. Ты тэпался опять за мес. Тэпнулся опять за мес. Походу на дробовике придется катать. Что-то грустненько. Грустненько. Не знаю, кто-то... По-моему, на Ютубе небольшая своя тусовка из тех, кто смотрит Danger Zone. Не знаю, если вдруг кто-то смотрит. Что сказать? Что-то хотел сказать, да забыл, что хотел сказать. Пламенная речь отменяется. Так, я, слава богу, один.
дробовик мне очень сильно не хочется заряжать. Еще больше мне не хочется заряжать P2000, поэтому я, наверное, пойду и возьму автоматический дробовик. И его буду заряжать. Получше будет. Деньги у меня еще здесь. Вообще, можно на скаут уже накопить. Можно было бы. Так, я не помню, куда я... А, взрывом откинул. Так, и враги ко мне приближаются, и тиммейт, я бы не сказал, что в безопасности. Так, так очень как будто пуль стало больше в автоматический дробовик заряжать, раньше было поменьше. Так. Ну, я жду гостей к себе. О, лол. Не показалось. Кто победит? Сам думал, все закончилось. Мои соболезнования. Так, апгрейдика никакого не было. Дробовик поменяем. Вот это... Я, честно говоря, думал, здесь только один какой-то есть чел. Ну, хилочка, синий апгрейд. Нихуево. Я думал, здесь один какой-то чел, а потом началась война. И, слава богу, я обоссался, как обычно. Решил посидеть. Тиммейт почти мертвый. Надо пойти отойти. Может быть, за девайсом за следующим сходить. Я так понял, тэпнулся тот, кого здесь дробовиком убили. Патроны я забрал, может даже не все. У меня много было патронов своих родных. Обычно рандомные игроки обожают заряжать всякие дробовики, глоки. Заложника я только увидел. Но уже стрёмно мне идти. Сейчас я все могу вообще потерять. Может быть, в катакомбах, кстати, тема какая-то лежит. И у меня, кстати, джампера до сих пор нету. Девайс в красноте, что ли, не понимаю. Да, ты сдох, это был ожидаемый девайс в красноте. Я побегу отсюда. Побегу и возьму скаут. Синим апгрейдом быстро он долетит. Мне кажется, надо играть через скаут. Тиммейтич. Посмотрим. Мне кажется, он в мясо опять тэпнется. Подключение к чату на трубе пошло. Надеюсь, никто ничего не пишет. Здрасте. Здрасте. Что-то заказал себе, не успел. Не успел. Нормалек. Нормалек. О, вот это дрон на стиле прям скинул так. Скаут мне. С дрифтом. И поворотом. Так, здесь ничего нет. Поэтому он, наверное, сюда и не бежал. Мид уже можно, в принципе, потихонечку вычислять. Что-то здесь было. Нет. Девайс. Мне все время кажется, что что-то лежит полезное. Это просто сноуборд. Полчаса вспоминал слово. На крыше никого нет, я удивлен. А чё так долго? Я полчаса назад заказал себе покупки и только с угла вылетел. Почему тиммейт опять залупит? Столько свободных гексов. Я мечтаю, чтобы камбэкнувшись в игру, было куда вернуться. Почему они все время в мясо тэпаются? Какая, блядь, загадка человечества за этим стоит? Я не знаю. Есть размены, сквадвайпа нет. На гравимине я боялся, ко мне кто-то прыгнул. Все гексы пропали. Думал, ко мне кто-то уже запрыгнул. Нихуёво. Нихуёво. Нихуёво сделали карту, спасибо. За гравимины, блядь, они не нужны совсем на этой карте. Чел по гексу, по границе гекса прям ходит туда-сюда. Я очень открытый. Очень открытый, поэтому только стреляться здесь уже с тем, как я встал. Спасибо за гравимины, Габен. Все, гекс пропал. Надо не дать ему вернуться в эту точку. Прикольно, блядь. Просто у меня спиздил гравимины, блядь, Габен. Я жду этого пацана сюда же. Жду его. Вот вертолет появился, значит чел где-то тэпается на карте. Где он, правда, есть? Оружие победы. И чего?
Цветочек. Я смотрю, карта цветочком прям. Но красный апгрейд нет. Надо ждать еще. Ага, ага. Я проебал его. Сейчас же подберет всю свою хуйню. Еще по башке мне потом даст. Нет, он, по-моему, назад ушел. Тиммейт. Это мой, по-моему, тиммейт кого-то убил. Я забыл, какой он ник. Здесь туда-сюда бегаем. Вообще, по-хорошему, в дом бы, конечно, уйти. То, не дай бог, на меня кто-нибудь прыгнет еще. Будет беда. Так, непонятно, где закончится игра. Может быть, даже смысл был взять Скар. Я ожидаю, что чел выйдет вот где-то здесь, пробежит. Но, блять, кто сказал, что его не может быть в доме, потому что Гекста показывает моторную станцию. Как тэпается еще кто-то на этом этапе игры? Для меня загадка, блять. Блять, он же сейчас еще что-то подберет и разъебет меня. ГГ. Один хит я ему дал. В гексах сразу кто-то смещается, пытается законтролить или что. О, последний гекс, понятно, как... Опа, 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 опа. Кто-то закрывает меня. Сейчас сдохнуть было, конечно, очень бы не хотелось. Этого пацана-то никто еще и не убил. Поэтому, скорее всего, он где-то здесь будет в спине. И кто-то, кто играет сверху, меня легко здесь увидит. Что делать, я не знаю. Наверное, вот так хотя бы надо встать. Слава богу. Слава богу, гекс открытый впереди, я иду в него. Открытый он для врагов. Кто-то маякнул. Нет, это палка, по-моему, какая-то подгружается. Надо посмотреть, что с дверями. Это очень дерьмово. Здесь окно может запрыгнуть, чел, я могу не услышать. Мне кажется, у меня хорошая позиция. Можно было бы, конечно, на крышу этого здания залезть. Ох, из их. Я боюсь, я еще могу не услышать дверь, который открывается слева. Фиолетовый. На фиолетовый денег нет. Вообще крыша еще может быть. Я так плохо-то на самом деле стою. Тиммейтич красный. Почему ты без армора, блять? Неизвестно мне. Вот сейчас выйду чекнуть вот здесь кого-нибудь. Вот мне справа нужен дрон. Прям сейчас. Что там дрон завис? Он не может подарки свои принять? Я бы вышел, репикнул. ПЛЗ. Что там за цирк, блядь? По-моему, не попал. Да, точно не попал. Так, это, по-моему, вот этот новый игрок. Идем разведку. Не хотелось бы, блядь, сдохнуть, как долбоеб в самом конце, в достаточно простой ситуации. Не вижу я его. Можешь потом, пересматривая трансляцию, он у меня 10 раз в экране, я увижу, что пробежал. Ну я сверху. Я сверху, бомбы нет. Бомбу снизу чел поставит сам себя и выебет. Блять, я не забрал последний килл, это хуёво. Я забываю про последний килл, что он сильно решает. Надо было, конечно, поагрессивнее сыграть, чекнуть его нормально. Так, ну альфу можно, в принципе, попробовать ршануть. Там народ долго лутается. Надо посмотреть, если на дороге будет какой-нибудь пистолет хороший.
Я не знаю, ну посмотрим, как дроп-паттерн будет какой, если у меня будет маршрут к нему хороший с пушкой. Я не вижу ничего. Джексон сердечко, да, да. Ну, есть чем скрыть, но это будет не быстро. Не быстро. Раз зрители пришли посмотреть на меня, то покажем класс. И буду потом орать, что ли. Ой, ну это вообще оружие победы. Ладно, пробуем. Неожиданность. Неожиданность будет. Мой преимущество. И что, он бросил дом? Хухуй. Мои соболезнования, сквадвай. Вот и текич. Гораздо лучше, чем это говно. Залог. Нужен армор. Я не помню, я по нижнему этажу, по-моему, не проходил. Ну так, можно зарядить, мне что-то кажется, я уже с девайсом до сегодня дойду. Да, сегодня рано. Сегодня я планировал поиграть всего 2 часа, никаких... никакой долгой игровой сессии. На, после обеда надо к тестю ехать. У него осложнение, блядь. Операцию на шею ему сделали, удалили опухоль. И что-то абсцессы. Терапевт к нему повезу. На родину, в Подмосковье. В воскресенье поебланить не удастся. Так. Почему я не удивлен, что у тебя нихуя нет? Армор, видимо, и то случайно подобрал. Плохо, плохо. Надо нормальный девайс идти искать. Чувствуется, обуза будет за мной бегать, по пятам преследовать и нихуя не делать. Очень бы этого, конечно, не хотелось, но что поделать. Я прям как миникарт не посмотрю, он все за мной ходит. Он перепроверяет, как хорошо я залутал точки. Это я назову этих людей куратор, которые за мной бегают. Они, я буду думать, что они бегают за мной, чтобы проверить, хорошо ли я залутал гекс или нет. Они же не долбоебы просто так за мной бегать, правильно? Все же хотят победить. Я просто так ругаюсь на них. Никто не хочет мне въебать игру. Да, спасибо. Хотелось бы легких игр, но посмотрим, как будет. Там война с окружающим миром. Так, и здесь пацаны что-то хз чё. Мне кажется, зря я иду. Мне кажется, эти 900 баксов того не стоят. А тем более мусорная пушка. Я возьму лучше тег. Я думал, это уже чел стоит и на меня смотрит. Вот бы съебались с этого икса. Ты, конечно же, идешь ко мне, говоришь. Если мы умрем вместе. Ну его нахуй. Ну его нахуй. Хочешь заложника, бери и делай с ним что хочешь. Я возьму джампер и буду прятаться в этой игре, блядь. Опа, это... Это, по-моему, не я зашел. Да, это не я зашел. Начали не смещаться. Был смысл подождать. Там началась война. ХП он уже все проебал. Теперь что надо делать? Теперь надо бежать ко мне, выпаливать мою точку. Выпаливать меня, чтобы нас сразу два пацана прихлопнули, если они нормально играют. Там тем более хорошая была пушка. Да, скорее всего, я бы сдох. Сейчас посмотрим, может девайс нормальный можно будет поменять. Конечно же, ты идешь ко мне. По-другому быть не может. Хуево тьма мест на карте. Надо поблагодарить, наверное, что он не спиздил у меня гравимины. Спасибо тебе, добрый человек. Время еще есть. И я нихуя чуть не вижу, что здесь. И, лол! Я, честно говоря, думал, это МП-9 лежит. Вот это подъеб. У меня, кстати, армора до сих пор нет. Лол. Я только сейчас заметил, что у меня армора нет. Пошел, блядь. Куда-нибудь подальше. Охуеть, у меня, оказывается, армора, блядь, нет все это время. Надо съебывать. Меня просто зацепит и все закончится. Вообще, может, за заложником попробовать вернуться. Риск. А вот и армор. Лучше поздно, чем никогда.
Ага, уже хантят меня изо всех сил. Пожалуйста, ебаный дебил на тиммейте, уйди куда-нибудь и спрячься. Все закончится. Я жду крышу. Бочку очень близко взорвали. Я думаю, за мной выехали. Девайс отдам им, хуй с ним. Денег много. Если за девайсом пойдут, я ему отдам. Кровь я почищу. Овощ умер. Ну, если на гравимине ко мне прыгнет чел с фармом, будет очень грустно. Я надеюсь, что им своего девайса будет достаточно. Судя по всему, нет. Блядский овощ хочет изо всех сил мне проебать игру, опять тэпается сюда же. Блядь, не забрался девайс. Непонятно вообще, где закончится карта. Так, вижу последний гекс. Вижу последний гекс. Надо перепрыгнуть как-то, блять. Через вот этого пацана, который уже может быть скаутером. Вообще все что угодно уже может быть. Ага, ага, увидел. Там тоже какие-то прыжки. Вот этот гекс последний. Вопрос в том, как я хочу стать. Я бы сел вот так, вот этот гекс последний. Но ебаный овощ, которого зовут Hunted Family, скорее всего, что сделает? Придет сюда, будет здесь бегать, прыгать. Люди через, блядь, два экрана услышат, что здесь кто-то бегает, прыгает. И придут меня убивать. Поэтому, блядь. Вот так я сяду. Прыжок в окно, я думаю, я услышу. Щит бы здесь пригодился бы уже. Отлично, сквад вайп. Я уже не один могу быть. Желтый бы здесь. Пригодился, кто-то бегает. Я обосрался что-то. Много в молоко дал выстрелов первых. Как сесть так, что ли? Непонятно было никого. Он еще вернулся, охуеть. Скаутер, ты будешь его убивать? Скаутер его не будет убивать. Чел просто наебало тэпается на газстейшн. Еще и тебя убьет. Блять, они против меня играют. Против меня они играют. Не может такого быть, блять. Просто, блять, чел новый наебало тэпнулся. Успел забрать девайс, все успел подобрать. Его еще убить. Эти про меня теперь все знают, блядь. Как мне сесть так, чтобы меня с окна не разъебали? Вот так. Ну, по-моему, ствол видно. Ствол длинный, емкий. Егорка сквад вайп сделал. Неплохо. Отлично, Егорыч. Разменяли его, то есть. Лол. А. Понял. Нихуя не увидеть, к сожалению. Лол. Прицельно стрелял, ничего не попал. По-еблански отжал, дал в бошку. Тяжело. Я так понял, мы из разных, да, пацаны? Да. Но я по себе всю инфу дал. Я думаю, тиммейтик захочет его разменять. А чё, залезть нельзя? Без прыжка? Можно. Можно. Жду вас, господа. Играйте, блядь. Отлично, вот этот чел смещается. Может быть, у меня есть сейчас возможность вокруг дома пройти, но я рискну, посижу. Нет, он обратно пошел. Я надеялся, они файт друг с другом примут. Не знаю, блядь, не знаю.
Были бы один на один, может, я бы выпрыгнул наебало кому-нибудь, а так. Один попадет со скаута, и все, пиздец. С половиной хп не постреляешься тут особо. Чел может сзади делать, что хочет. Он этим и занимается, режет углы, пытается начекать. Я рискнул, уже сижу. Хотя мне кажется, я бы был в плюсе, если бы до этого я бы вышел здесь из дома и пошел бы направо, пытаясь зайти в спину тому игроку. Чел со мной в треугольник зашел. Я жду контакта. Сижу на приседе, чтобы меня было незаметно с окна. Но если ствол видно, то пизда. Потом я буду смотреть в реплее, как чел увидел мой ствол и пытается меня порезать, блять. Будет очень весело. Ну. Блять, мне можно отсюда выйти? Отлично, помощник подключился. Помощник подключился, сбайтил его с другой стороны. Я ничего про него вообще не знаю, захожу с щитом. Надо его увидеть вначале, потом буду понимать, думать, что делать. Подо мной... А. Подо мной он то ли хил сожрал, то ли что я услышал. Слава богу, он дал все инфу. Супер хуевая позиция. Ему надо было играть третьим. Мы все инфу друг по другу дали. Просто зашел третьим. Всю инфу собрал, вышел, меня добил. 7000 денег, на что он экономил, я хуй его знаю. Да, щит уже пробитый был. Ну, если у меня никого не будет, пожалуйста. Габен, отлично. Габен мне помог. Флотилии не пустуют. Лайтхаус тоже. Но здесь, наверное, двери бить не вместе. Здесь еще что-то. Но я, слава богу, хотя бы все уроки разгреб. У меня там были уроки по... этому After Effects у меня были там какие-то уроки, если, как мне казалось, сложных подобавлял, где там чуваки используют скрипты, всякую хуйню. Ну, нормально. Немножко прокачался. Хотя самое главное, конечно, в редактировании это практика, блядь. Просто посмотреть что-то, этого недостаточно. Мне просто показались, там уже техники все знакомые, то, с чем я уже работал. Я думал, может там что-то новое себе подлепить, пару идей для видео есть. Правда, ни с CS, ни с Warcraft не связаны, так что сори. Те, кто смотрит. Так, девайс надо брать, армор у меня уже есть, и с девайсом, в принципе, можно задушить, попробовать. Отлично, хорошая пушка. Что это значит? Что я сейчас зафейлю? Мне повезло с солдофом в прошлой игре. Я просто дал сразу пацану в дыню, в спину причем. Посмотрим, что будет здесь. Там уже кто-то на гравиминах прыгает, нихуя себе. Здесь вообще никаких признаков жизни. Гравимину услышал. Блять, я что-то сказал, услышал гравимину и не понял, где она была. Если я ничего не понял, что это значит? Пора съебывать отсюда. Мне кажется, я здесь один. Да, по-моему, это чел на гравимине, которого я видел уже где-то в потолке, этот дымок. По-моему, это он и прыгал. Отсюда упрыгал туда. Ну ладно, что мне, до него дела нет. Надо идти патроны искать. Хорошую выбирать позицию. Чел мне кликает на пистолет. Его, кстати, уже кто-то изо всех сил преследует. Не хотелось бы мне в перестрелки ни в какие вступать. У меня очень плохое предчувствие. Я прям чувствую какой-то сэндвич. Топор. Топором я ни разу, по-моему, ни по кому не попал с Маус 2 в этой игре. Не вижу что-то никого. Синий апгрейд, нихуево. Ну вот он вышел на пляж. Я знаю, что этот гекс это прям пляж. Можно попробовать его задушить. Выйти в упор. Не понял. Он ко мне в гекс зашел или что? Патроны есть, все есть. Надо только исполнить. Джампер, нихуево. Беру джампер, наверное, отхожу. Слишком много я всего потеряю. Самое главное, как вернуться в игру. Этот же... Мы уже здесь все же разлутали. Это не
лишний хил, конечно. Может, пару раз попал, но ни на что я не рассчитывал. Пусть живет. Пусть живет, я думаю. А здесь чел продолжает играть. Я думал, он уже ушел. Надо, по-моему, деньги здесь где-то добрать. Хотя вряд ли он оставил их. Да, деньги он забрал. Патроны надо посмотреть, есть или нет. Армор здесь, оказывается, был. Не знаю, что-то как через вас как пройти бы. Я бы не хотел файт принимать. Ты достаточно близко, девайс основного нет. Я же кликал на P90, блядь. Враги нас уже закрыли, я смотрю. Он вышел из гекса с врагом. Значит, я иду в другую сторону. Паси бог проебать сейчас игру. Себастьян сделал сквадвайп. Ты врага нашел. Значит, мне надо съебывать. Он хочет пойти и с юспом их унизить. Я не буду свидетелем этого цирка. Ну, теперь мне стрёмно покупать джемпер. Я уже нашел самую редкую его часть. Парашют в этой игре я не помню, где есть, на какой высоте. Есть ли он вообще. Я знаю, на Фростбайте в Тауре есть, и на моторной станции есть на крыше. Я знаю, на Блэксайте есть, на Ванонопорке и на Лайтхаусе. А здесь, в этой игре, вообще без понятия, где парашют есть. Всегда в какой-то точке или нет. У меня, кстати, есть заряды, можно чекнуть и не терять время коробки. Может, деньги какие-то лежат. Топор. Топор. Пистолет у меня уже есть. Лучше я не найду. Ну, сижу, посиделки. Я говорил про посиделки. Вот. Пожалуйста. Че, до сих пор с юспом? По 90 мы так и не нашли. Что ж бывает? Бывает всегда в моей команде. Так, и карта пока непонятна, куда тянется. Я бы вообще пошел в домик, лучше бы какой-то сел. Потому что если враги сюда придут, они сверху меня просто закроют. Я даже никуда не убегу, кроме мины выпрыгнуть у меня нет. А в домике я где-нибудь услышу их и крысану. Опа, опа, увидел. Увидел и даже пострелял. Окей, красануть не получится. Овощ, ты до сих пор не подобрал по 90 возле себя вот здесь. Теперь я его потерял. Блять, врагов еще очень много. Сдыхать сейчас вообще нельзя. Вернуться причем никуда будет нельзя, потому что все стали ромашкой. То есть один гекс, все куда-то назад отойдут, придут, выйдут и все. Куда бы ты ни тэпнулся, хоть в центр, хоть на край, тебя все настигнут. Здесь я могу быть уже не один, на самом деле. Мост или под мостом? Что из этого? Ничего не вижу. Ничего не вижу. Вообще, можно было попробовать что-нибудь подстрелить. О-о! Это... Я, по-моему, по коробке просто выстрелил, да? Или кто-то мне передает привет, блядь. Нет, чудо не произошло, он не взорвался. Я его вообще проглядел. Вообще проглядел. Он просто ко мне шифтанул вперед. Видимо, он с пистолета пытался по мне выстрелить. Все-таки мне не показалось, что это кто-то по коробке уебал. Здрасте, вот это шок. Это шок. Ну что, сквозь тиммейта тоже могут пройти. Скаут мне не хочется брать, потому что здесь вот этот какой-то овраг, низина. Со скаутом здесь ловить нечего. Тем более это будет ва-банк, если это будет скаут. Я еще могу умереть. Блять, под прицелом не вижу, просто надо убирать прицел. Дал по башке. Все. Блять, этот бегает за мной. А чё? Лоу? Враги все ушли, и ты ушел? Иду за девайсом. Иду за девайсом. Нормально, отсиделся всю игру, беру желтый. В игру уже не вернуться.
Так. Перекрыть бы пацанов. Там много покупок себе. Тиммейтыч тоже взял. Надо выбрать себе нормальный дом, где можно сесть. Вот здесь мне нравится. Только бы, блядь, внимание я к себе не привлек. Этими прыжками никто бы меня не увидел. Тогда все будет замечательно. Надо взять фиолетовый в следующую волну. И можно дальше сидеть. Будем смотреть, что будет происходить. Главное, чтобы тиммейт сейчас ко мне не пришел. Я знаю, они любят. Сейчас он полчаса. О, я в последнем гексе. Идеально, идеально. Я в последнем гексе. К стенке, наверное, встану. Я не помню, как, кстати, здесь подняться. По-моему, с левой стороны есть лестница. Да. Все, тогда я вот сюда встаю. Вот так. В окно вряд ли меня кто-то начекает. Возьму фиолетовый, над собой зависну, и все будет идеально. Только косорукость своя собственная здесь помешает выиграть игру. Ну, еще долбоеб, который ко мне поднимется, и враги его увидят. Можно было бы выйти в ухо, попробовать дать ему. Но ты и так спалишь нас. Да, двоебывался. Теперь я не могу даже закупиться. Минус 96, спасибо. Врагов-то еще трое. Мы не один на один играем. Этот идет лутать тиммейта. Я надеюсь, что не первый этаж схлестнется вот с этим треугольником соседним. Нет, ушел назад. Я надеюсь, ствол не торчит, или это будет фиаско. Это так до сих пор сидит. Окей. Баюсь, зависаю над собой, беспалевно надо над собой зависнуть. Там что-то в красноте кто-то высиживает. Ну. Угу. Посмотрим на драку. Если она будет, конечно. Я здесь. Вот я прям так над тобой завис. Чтобы там пацаны думали, что кто-то есть. Что-то я не понял. Я думал, я в последнем гексе. Еще раз. Да, вот сейчас я точно в последнем гексе. Я думаю, может, дотягивается. То есть до моего дома не дотягивается. Там, по-моему, можно было в другой угол встать, но все равно стрёмно. Там сразу выдавливают. Ты чё? Три врага до сих пор живы? Вы ничего, никто никого не нашел? Давайте, блядь, работайте нахуй. Отлично. Отлично. Все, давай, ты ко мне не ходи. Дудик. Дудик, может, читует? Дудик всем напиздил. Дудик. Что-то такое вот сильно тебя пчел. Ага. Я думал, может, показалось, прошел второй раз, не показалось. Он против меня стал, он что-то знал, тоже желтый. Да, он и мелькнул в окне. Да, он тоже все понял. Мне повезло, что ему в башню дали. Снос башки. Отлично, спасибо, тиммейт, что не зашел ко мне и не спалил. Помню, выиграл, не выиграл. Помню, что было очень стрёмно там сидеть и ничего не делать. Так, чел. О, вижу, у него даже пистолет лежит. Стрёмно, надо быстренько здесь все разлутать. Есть армор, есть патроны. Уже 2 из 4. Destruction device. Ну, почаще, конечно, стали выпадать всякие ножи, топоры. Так что... О, это что, читер? Читер, это вы? А молотов я проебал. ГГ. Я бы думал, что он за мной дальше бежит. Тиммейт живи. Тиммейт живи, блядь. Скрыть нечем. Очень жестко настучал мне, блядь. И не пошел за мной. И тиммейт залупит теперь. Можно было бы взять матч-реванш. Но у меня больше хила нет. Ты ко мне зашел? Нет, он не ко мне зашел. Я, короче, забираю патроны. Забираю патроны и ухожу.
Ну, просто хил сняли. Можно залога попробовать взять и пойти в спину. Это, конечно, будет шок, если я сейчас сдохну. Я отдам ему и залога, и девайс. Что называется, супер риск. Вот я на его территории. Я тебя видел. Еще как он по бочке уебет, выйдет в спину. Я его видел. Я видел башку, которая вышла в дверь. Мне нет понта с ними воевать вообще ни с кем. Даже если это будет легкий килл, здесь так много людей, что оно того не стоит. Блять. Лол. Я же вроде как бегу. Я думал, дэмэджа не дает. Полоски не было видно. Не факт, что здесь не один. Дерьмово. Хоть деньги мне заложничка вернула. Ну так пока встану, посижу. Ну понятно, нихуя. Тиммейт не знаю, один или нет. Бомж тэпнулся на турист. Ага, прыжки в спине. Прыжки в спине, где-то в правом ухе прыжки. Сидеть не удастся. Эрзонер меня закрыл. Может потому что видел меня, может потому что тоже хочет посидеть по приколу, не знаю. Буферной зоны даже никакой нет. Двери, наверное, не буду открывать. Деньги специально доджу, чтобы не подбирать вдруг. Кто-то услышит их, слышно громче. Ну, в смысле, есть звуки в игре, которые слышно дальше, чем... какой-нибудь топот или прыжок, например, прыжок с джампом или подбирание денег, или хедшот. Скорее всего, мы здесь вместе с тобой. Блять, очень хуёвый прыжок. Ну что, мне кажется, я сейчас не угадаю. Сейчас я развернусь куда-нибудь, он в ухо мне настучит, блять. Я зашел к чуваку в Гекс. И его нигде нет. Надеюсь, я его отбежал. Надо джампер брать. И, наверное, брать хил сразу. Сейчас я выйду, убежусь, что... Ага, тут даже никого уже не было. Разминулись мы с ним. Замечательно. Денег полно. Джампер, хил. Все. Пока живем. Что-то этот хедшот в начале смазал краски. Никто не прыгнул на меня, я смотрю, резко гиксы пропали. Первый девайс появляется, тиммейт еще будет с ним воевать за первый девайс, с кем-то будет воевать. Там вот эти мои обидчики тоже идут в эрзону. Сейчас бы все подобранные денежки пригодились. Тиммейт может вернуться, может ко мне тэпаться, может пустые тэпаться. У меня даже ножа нет, ничего нет. Так, никто ко мне не пришел. Девайс, я бы, может, законтестил, если бы он на лайтхаус пошел. Но он не на лайтхаус пошел, поэтому... Продолжаем играть в прятки-ебатки. Я не помню, в этом доме я играл. У меня уже воспоминания с прошлого. Блэксайт, Глок. Лучше, чем ничего на втором слоте. Даже с P90 я могу все в молоко дать. Я смотрю, девайс отдали. Почему нет? Посмотрим, чем все заканчивается. Есть шанс закончить на лайтхаусе игру. Но я выберу сейфовый девайс и тачи. Я не помню, кто мой тиммейт. Мой тиммейт и тачи или кто-то другой? По-моему, кто-то другой. Слишком быстро он, конечно, дискаут добрал. Да, вот это, по-моему, мой тиммейт с пистолетом.
знаю, блядь. Патронов может не хватить. Так, топор. Что-то было? А, нет, у меня красный. Ну, пока еще не видно последний гекс. Вот как в ромбике определить, когда они 4 спаянных такой последний, я не знаю. Я смотрел 4 или 5 игр с реплеев, чтобы понять, может, есть какая-то зависимость или нет. Никакой зависимости не определил. Ну вот, хотя, может, как-то можно определить. Мне не нравится, как люди начали, блядь, смещаться. Один спереди, один сзади. Нет, все, можно вперед пройти. Он туда-сюда ходит, этот пацан. У меня, кажется, АК не перезаряжен. Окей, дам им немножко поиграть. Народу очень много. Народу очень много. Можно в альфу перебраться. Вообще, конечно, хил можно было бы заказать, пока еще есть время. Но мне кажется, кто-то прыгнет, пытается меня разъебать. По-моему, веранда последняя. Ой, какой хуёвый прыжок. Хуй знает, может, я не один сюда запрыгнул. Здесь желтый не нужен, я на веранде, вот прикрытый. АК здесь мне пригодится. Окей. Расчет на то, что вы друг друга порешаете. 2-2-2. А мой тиммейт уже мертвый, он вряд ли вернется. Это его второе возвращение, то есть 10 секунд плюс. Таймер. 0-1. Идеально, идеально, конечно же, в 0-0, чтобы попасть, тэпнуться на веранду и сказать: мы здесь. Мы здесь, и чтобы все про нас все создали и кинули молотов. Меня въебало. Кинули молотов. Что еще нужно заказать? Так как враги нас не видели и проебали нас, что надо сделать? Надо себе все сейчас заказать, самое ненужное. Какой-нибудь нож, блядь, гранаты, какую-нибудь всякую хуйню, чтобы 4 дрона прилетели и показали позицию нашу. Это было бы идеально. Да, вот все говно полетело, и пока все говно летит, моя задача попытаться начекать кого-нибудь, кто захочет, может, прыгнуть или подрезать угол. Не сиделось тебе спокойно, да, тут уже молотовы, блядь, кидают, все знают. Даже в этой какой-то дальней точке было бы понятно, что на веранде, да, тут легко все просматривается, чел уже вышифтовывает. Вижу на деревянной этой детская подстройка, это он уже скапует, уже скапует. Но он не единственный враг, поэтому в ухо его выйти, убить рискованно. Надо вообще смотреть за тем, кровь я почищу, чтобы никто к нам сзади не поднялся, блять. Такое тоже может быть. Я на присед сяду. Можно же? Ты что, дебил, блядский, нахуй, ебаный? What are you doing, fucking idiot? It's my drone. Ебучий овощ, блядь. Кто еще мне скажет, что они не против меня играют, блядь? Спасибо. Спасибо, теперь все нас идут ебашить. Спасибо. Спасибо, овощ, блядь. Теперь все нас идут ебашить. Иди и воюй теперь с ним. Что ты, блядь? Как перестрелку начинать, так он самый первый, блядь. Смог, что ли, сел? Или уже шифтует в спину нам, блядь? По-моему, смог сел. Ага, вижу, горит. Вижу, горит. Как перестрелку начинать, так мы первые, блядь. Еще и в ухо меня убьют. Я второго вообще потерял. С этим все ясно, что он где-то здесь за мной бегает. За моей спиной, в смысле. А чё со вторым, блядь? Вот второй все про нас знает. Я просто как туретка должен крутиться, потому что тиммейт, я знаю, он возле себя нихуя не видит. Слава богу, блядь. Но килл у него последний. Килл у него последний. Да, чел в спину зашел. Сейчас катастрофа могла бы быть.
Так что лучше хуй с ним, лучше уж он забрал этот килл, чем я бы сдох в этой перестрелке. А, в нормально вроде вначале попал, но что-то потом не пошло.